во-первых, красиво, благородно. И уникальность подчеркнуть свою индивидуальность, скажем так. Потому что мода – это временно, а стиль – это вечно. В космос полетел бы. Или археологом был бы, например. То, что меня очень интересует, помимо моды. Ты решил закопаться? Ну да, забальзамироваться, скажем так. Без красок, без холста. Это то, без чего я не могу обойтись. И, конечно же, без какой-то вкусной еды, каких-то вкусных элементов жизни, скажем. Борода, усы, очки. И хвост. Потому что котики рулят миром на самом-то деле. Вот и все. Он. Да ладно, неправда. Он. Сверловщик, фрезеровщик на Орловском заводе «Шестерен». Да. У нас была практика трехмесячная. И там вот мы сдобывали профессию. Это машиностроительный техникум с красным дипломом. Второе незаконченное образование – это в Ровенском институте инженеров водного хозяйства. И... Мелиорацией занимался. Так вышло, понимаешь? Вот. И третье образование законченное, тоже с красным дипломом, это наша Академия легкой промышленности. Я по профессии, на самом деле, художник-керамист. Да, я никогда не одену, все черное вместе. Наверное, какие-нибудь женские трусы. Мне просто неудобно будет. Диско, я люблю диско очень сильно, люблю Амандулир, очень сильно люблю. Люблю Розен Мерфи. В любом направлении, мне кажется, в музыке есть определенные вещи, которые трогают сердце, это душу. Самая вкусная музыка – это наша музыка. Вот он все рассказал по исполнителям, да, это очень, ну так вот, четко. А вот она должна быть очень вкусная и очень правильная. Мулен Руж. Даня, о чем ты говоришь? Какой Мулен Руж? У тебя ужасы. Фильмы ужасов – это твой конек. Неправда. Там же про абсент. Ты все время засыпаешь. Правильные драматические фильмы, которые раскрывают отношения между людьми, которые позиционируют тебя как человека не только как форму, но как содержание. Это очень важный аспект, который тебя ставит на несколько ступеней повыше, чем все остальные. Наверное, наше окружение, наша планета, ну и, конечно, котики вдохновляют меня очень сильно. Путешествия. Да, осознавание того, что Земля круглая, и то, что мы все находимся в космосе. Просто поймите, если ты застреваешь, а ты застреваешь с нашей профессией, всегда получается очень сложный продукт и очень сложное восприятие.